кошмар. Народ, с вами я, Легендри. И, собственно, я продолжаю летсплей по Minecraft Pocket Edition. Название я до сих пор не придумал. И думаю, вы зададите вопрос, откуда вот это вот все. Да, потому что, когда я записывал с другом, мне СКР выдавал ошибку и приходилось переустанавливать. Ну что? Дашь мне зарядку, а то у меня... Конечно. Все. Или у тебя уже... 90. А, ну хорошо, конечно. Так, собственно... Наверное, я ответил на ваш вопрос, откуда у меня вот это вот все. Ну и вот это вот. Так, телепорты. Телепорт я поставил. Почему сложность минимальная? Я сейчас хочу выбить для лука и удочки. Нет, да, я снимаю ее с шейдерами. КМП шейдер. Потому что они крутые, очень даже, и очень даже. Пробовал Crazy шейдер, но там даже ночью светло. Да, и вот, собственно, я снимаю с модом на Redstone. Ладно, ну шо ж там. Wooden button. Ох, милый. Ну что ж, собственно, я хочу посмотреть сейчас крафт. Поршня. Ага, нужен редстоун. Сейчас проверим, мне интересно, будут со слаймов. Кстати, иди слаймы, вот слаймы. Будут со слаймов. Падать в слизь. А ты тут откуда? И, собственно, народ у меня сейчас залагало. И думаю, что сейчас вылетит. Да? Их просто никак не... Сейчас завалим этого слайма. О, все. Ты убрать. Ну, а вот оттевить. Крипа на динамит. Ну, зачем он мне нужен? Ой, лагает же. А, фух, это звезды. Так, так. Я думаю, что еще покачаю модов разных там. И думаю, еще и аддонов раз. Да. Опа. Уди! Ну что, давайте. Я выдам себе ненадолго эффект регенерацион. Сначала, собственно, у меня был этот эффект, но я разбился. Есть. Но мне нужно еще 3 барашки. У
Ну, если вам нравится, чтобы я записывал вау-вау шейдерами, то просто напишите в комментарии. Если хотите, чтобы не так лагало, то просто тоже напишите в комментариях, чтобы я не записывал с этими шейдерами. Сейчас у меня будет... Плевал я на твои стрелы. На! На! Тростничок еще. А, что ты не здесь? Хаос. Не, народ, я все-таки сейчас буду записывать без шейдеров, чтобы не так лагало. Да, мной? Ну, со мной записывает сейчас моя собака и чьи-то. Ой, рубим вообще сейчас тут парпаки. Мой язык. Точно, может это будет продолжение или нет. Хотя... Хотя... Ща буде. У него шо, такая защита? Так, народ, того зомбака не будем трогать вообще, он сам горит. Может, через майна он грохнет? На моего дома будет род, может так сработает. Нет, тоже народ, извините, что вылетает. Это хорошее. Включит мы нафиг безопасный режим. Берем себе плащик. Все, моджинг. О, правильно, по крипе стрелять. Женщина, сколько их скелетами в воде бесполезно. Скелет с огнестойкостью сразу знает. Ох ты ж Петрович, ядовитый. Давай, кто на меня? Ух ты ж, блин. Греб палить по... Россияны. Оп. Ты ж... Куриный Петрович, иди в попу. Чем они гореть будут? Ну вот, надеюсь, вы не против, я на пару секунд выдам все силы. Вот и силы 4. Ну, бесконечно. Так, если вы не против, я оставлю себе такие эффекты, то напишите в комментариях. Ну, без отрыва, ну куда. Классно тебе, скелет с огнестойкостью. Этот у нас что? Во! Сначала дай не бой завалим. Это тоже с огнестойкостью.
Я до сих пор не понимаю, что у меня со свиньей. Да, это тот зомби. Да чё ж там столько обкуренных? Да, я подыщу ещё моды. Нормальные такие. Что сейчас вот-вот всю кучу развалим. А, сейчас со скоростью. Ой, интересно, сколько я его рукой буду валить. Раз. С двух ударов. Всё. Вот давай два с пулей загрызну. Все, не он, я задумал мне пока. Он вредил. Куриный. Наркоманов, походу. Ну, сейчас всех с пули завалим. Опа, опа, опа. Свежий лук. У меня же скелетов бывает, что дропается лук. Вот так, очень круто. Стрелы надо экономить, у меня гравия нету. Что это зомби? На свой костюм. Если бы не этот эффект, то давно уже бы сбил. Погнали домой. И буду заканчивать. Да, это было чисто. Тут позиция. Ну,
что ж, будем прощаться. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.